Представим, что мы оказались с тобой в идеальном мире, где каждый раз после того, как мы скидываем заказчику наше готовое видео, он нам присылает правки не голосовым сообщением на 5 минут, а делает правочки аккуратненько в заметках, тайм-код, тире, какая-то либо правка. И мы потом просто берем и по этим правкам проходимся и делаем уже необходимые корректировки в нашем проекте. Каждый раз, когда я скидываю заказчику видео, ссылки на Яндекс.Диск или еще на какое-то облачное хранилище, я делаю ему пометку. Посмотрите, пожалуйста, видео целиком, и только после этого откройте заметки и внесите свои правки сплошным текстом. Не нужно начитывать сообщение голосовое на 5 минут. А, смотри, сделай чуть более динамичный монтаж, то есть, но без резких наездов, как было в первой версии. Не нужно в WhatsApp там скидывать беспорядочные правки, пока ты типа смотришь. Это просто значительно ускорит редактирование, внесение правок. Я просто открою их на телефоне или на компе, скопирую их и начну редактировать прямо по вот этому виш-листу, или как это еще называется, to-do-лист. В общем, я думаю, что вы уже догадались, что речь пойдет сегодня о маркерах. Маркеры делятся на три категории. Это стандарт, to-do и chapter. Буду называть их иногда так по-английски с своим непроизносимым акцентом. Итак, добавить маркер можно, просто нажав клавишу M, при этом, естественно, поставив скиммер в то место, где ты хочешь, чтобы была заметка. По умолчанию добавится стандартный маркер синего цвета. Такой маркер можно поставить на любом участке тайм-линии, будь то видео, файл, аудио или какой-то титр, неважно, что это будет. Маркеры также можно поставить в режиме просмотра, допустим, нажимаем пробел и во время движения скиммера расставляем маркеры, нажимая клавишу M. Расставляем их, расставляем. Так я делаю, когда размечаю аудиодорожку под бит, об этом я уже рассказывал. Удалить маркер можно, просто нажав на него правой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем меню кнопку Del. Маркер удалится. Создавать стандартные заметки можно два раза, тапнув на маркер, либо если ты сразу же хочешь записать что-то, уже понимаешь, что хочешь записать, жми два раза на M, и у тебя выпадет вот это меню, куда ты вписываешь заметку, что-то там вписываешь, нажимаешь Down, и все готово. И это, пожалуй, все, что можно сказать про стандартные маркеры. Они выделяются таким вот фиолетовым ромбиком, треугольником, короче, выделяются вот этим фиолетовым цветом. Но есть еще два маркера. Это маркер to-do или маркер задач и маркер chapter. Они нам пригодятся как раз для заказчика из идеального мира, который пришлет нам правки с временными кодами. Открываем наши правки в заметках, например, на телефоне, я так обычно делаю, и идем расставлять задачи по всей нашей таймлинии, по всему нашему видео. Это нужно сделать для того, чтобы если ты начнешь удалять или вырезать какие-то правки с таймлинии до того, как ты разметишь маркером всю таймлинию, все твои тайм-коды от заказчика просто собьются, если ты будешь что-то вырезать. Представь, если у тебя гигантский проект на 25-40 минут, и ты вырезаешь или сокращаешь какой-то кусок клипа в середине, все твои временные коды можно на самом деле будет выкидывать, потому что они просто будут уже не соответствовать. У тебя проект будет сокращаться. Соответственно, для этого нужно сперва разметить все правки на таймлинии, грубо перенести их из заметок с телефона, перенести их на таймлинию. Любой из уже нанесенных маркеров можно преобразовать в маркер chapter, вот этот маркер глав, или маркер задач, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрать нужный маркер в выпадающем меню. Также это можно сделать, просто нажав на маркер дважды, открывается вот это меню заметок, строка, и здесь сверху выбрать нам нужный марк. Также, забегая вперед, могу сказать, что маркер можно пометить как завершенный, он выделяется зеленым цветом. Также нажимаешь два раза на маркер, здесь выбираешь Complete, либо выбираешь вот здесь в выпадающем меню, вот в этом плоском, ставишь галочку Complete, и маркер у тебя помечается зеленым цветом. Сейчас расскажу подробнее, что из этого может получиться. На самом деле, я долго не мог понять, что за маркер вот этот глав, маркер chapter, для чего он нужен, и вот эта вот оранжевая штука, которую можно двигать и делать вот эту странную заметку, вытягивая этот оранжевый маркер. На сайте Support Apple в разделе руководства по Final Cut, кстати, иногда в него можно заглядывать и почитывать что-то, там очень много полезной информации. Грубо говоря, это такая инструкция по Final Cut. Есть пояснение к каждому маркеру. Вообще, к каждому действию в Final Cut можно найти в этой инструкции. Так вот, маркеры глав являются стандартной функцией для, внимание, DVD, Blu-ray и подкастов. Вы можете добавлять все маркеры глав, чтобы при публикации готового фильма зритель мог использовать маркеры для быстрого перехода к этим точкам в фильме. Короче, маркеры глав – это такая штука, которая позволяет зрителю при просмотре на DVD-диске переходить между разделами вот в этом меню, короче, выпадающем на телеке. Я на самом деле не знаю таких людей, кто до сих пор пользуется DVD. У меня, если честно, даже CD-ROM нет, поэтому
маркерами глав, маркером чаптером я не пользуюсь. Я сейчас сомневаюсь, что ты будешь тоже пользоваться им. Я сейчас сомневаюсь вообще, что ты будешь пользоваться маркерами. Но поверь мне, это очень-очень удобно. Сейчас ты поймешь, почему. Дальше, как обычно происходит, мы наносим правки на тайм-линию, просто открываем заметку на телефоне и идем по нашему тайм-коду. Например, можно просто двигать скиммер и смотреть на время под экраном, который находится вот здесь. Доходим до нужного кода, жмем M на клавиатуре, делаем заметку, например, удалить этот шот или там сократить его, жмем Down и двигаемся дальше. Если хочешь переходить ко времени еще быстрее, просто нажимаешь на вот этот вот циферблат, который находится под видео. Внимание, нужно нажимать одним кликом, а не дважды. Если ты нажмешь дважды, ты поменяешь длину отрезка видео, так что нужно нажимать одним кликом, и он сменится на фиолетовый. Здесь также есть подсказка, значок маркера вот здесь справа. Вводим код, например, 20:00, это будет означать 20 секунда. Скиммер переместится на это время. Жмем два раза M и выбираем маркер задачи, вот этот, который посередине, и вписываем правку, например, сократить этот кадр, вот, заменить на другой, как обычно бывает. Такой способ, естественно, быстрее переходить по тайм-линии. После того, как мы разметили весь проект, мы можем очень быстро и удобно перемещаться между маркерами. Вот здесь и кроется самая крутизна маркеров задач этих туду. Открываем окно индекс, это кнопка в самой левой части тайм-линии, жмем на нее один раз, выпадает такое меню, и здесь хранится вся информация о нашей тайм-линии. И на самом деле это объемная тема, этому можно посвятить отдельное видео, потому что в окне индекс можно найти все, что у нас находится на тайм-линии. Дальше здесь в окладке выбираем теги, и в тегах видим все наши правки и время, где они находятся. Внизу выбираем между маркерами, это стандартный маркер глав или маркер задач, вот здесь можно потыкать. Так мы наглядно видим все правки, которые разместили. Значит, нажимая на каждый из них, мы перемещаемся между правками. Супер удобно вообще. Допустим, мы удаляем какие-то кадры, то есть начинаем редактирование в заметках. В индексе они также удаляются, как и с тайм-линии. Также, если мы пометим маркер завершенным и сделаем его зеленым цветом, он также исчезнет из правок в нашем окне индекса. А когда ты поправил все недочеты, сделал все свои корректировки, пометил, вернее, все маркеры завершенными, они отобразятся в отдельном разделе, который находится во вкладке «Завершенные задачи». Вот здесь внизу это находится. И, внимание, это происходит только с маркерами задач. То есть с маркерами стандартного синего цвета ты такое проделать не сможешь, потому что у стандартных маркеров просто-напросто нет клавиши Complete, ты не сможешь ее пометить как завершенную. Такое можно сделать только с маркерами задач. Такая разметка – это на самом деле сверхудобное внесение правок. Во-первых, ты быстро размечаешь их и постоянно контролируешь, где какая правка. Они у тебя все на виду. Во-вторых, ты всегда можешь посмотреть завершенные правки. Ну и, естественно, ты можешь удалять маркеры прямо из меню индекса. Например, вот так выделяешь все стандартные маркеры и просто нажимаешь Del. Это нужно, например, когда ты наделал кучу марков, разметил всю свою аудиодорожку, и вдруг ты передумал делать так, и тебе теперь не нужна вот забитая вся аудиодорожка маркерами. Ты просто выбираешь все марки, например, через Shift, либо через Command каждый, и нажимаешь Del. Прикинь, если бы ты каждый удалял через правую кнопку, там 100, вернее, маркеров, просто капец, с ума можно сойти. Поэтому в окне индекс можно удалить все маркеры за раз. Как видишь, маркеры — это невероятно удобный инструмент для внесения правок. И на самом деле это может быть не только правки, это могут быть просто какие-то мысли по проекту, какие-то заметки. Поэтому такое вот быстрое видео, надеюсь, тебе зашло и было это полезно, и ты начнешь использовать в своем монтаже, ускоряя свой монтаж, и будешь делать видосы еще быстрее. А на этом все. Быстрого тебе монтажа, удачных тебе кадров, хороших тебе праздников, с Новым годом еще раз, и пользуйся маркерами. Пока!